31 декабря в 14:00 в Киевском храме Святого Духа пройдет особенное воскресное служение. В преддверии Нового года апостол Владимир будет молиться за благословение на 2018 год. В семейной сфере, финансах и здоровье. По всему миру, все, кто сейчас нас смотрит, в Америке, в Канаде, в Австралии, в СНГ, в Европе, пусть Бог сегодня явит свою славу для вашей жизни, потому что этот праздник, это в самом деле особенный день, когда наш Бог-Отец будет дарить подарки каждому. Не пропустите это служение. Приходите вместе со своей семьей, родными и друзьями. Войдите в Новый год в благословении Божьем. 31 декабря в 14:00. Киев. Храм Святого Духа. Улица Промышленная, 3.